Удача улыбнулась Виктории Исааковой не сразу. Жизнь словно испытывала на прочность. После смерти художественного руководителя ее без объяснения причин выгнали из театра. Статус звезды кинематографа актриса получила, когда за плечами уже было 4 десятка фильмов и блистательные театральные роли. Популярность, по мнению Исааковой, в ряду прочих положительных моментов дает возможность, о которой мечтает каждый артист. Выбирать то, что хочется делать на сцене, либо перед камерами. Первая серьезная любовь пришла к Виктории Исааковой в студенческие годы, к сожалению, она была драматичной. У Вики вспыхнул роман с талантливым однокурсником Александром Чижевским. Об этом рассказывал бывший сокурсник Исааковой и Чижевского Сергей Новиков. Александр не дожил до выпускного 2 недели. Ранним утром его сбила неопознанная машина. Девушка тяжело переживала потерю любимого, но сумела не сломаться и сосредоточиться на карьере. Спустя 3 года личная жизнь Виктории Исааковой приобрела смысл. Актриса встретила человека, которого полюбила, режиссера Юрия Мороза. С ним Вику познакомила подруга Дарья Мороз, которая приходится постановщику дочерью. Даша даже подумать не могла, что у отца, 2 года назад похоронившего жену и ее мать Марину Левтову, возникнет связь с девушкой, которая моложе него на 20 лет. Да и разница в возрасте между мачехой и падчерицей совсем несущественна. Спустя некоторое время Дарья поняла и приняла отношения Юрия и Виктории. Семейная жизнь пары не сразу сложилась счастливо. Притирка характеров была длительной и болезненной. К тому же в самом начале случилась трагедия, омрачившая совместное существование. Виктория родила дочь, которую назвали Машей. Но материнство оказалось недолгим. Исаакова потеряла ребенка. Малышка имела врожденное заболевание, которое оборвало ее жизнь на 4-м месяце жизни. Супруги тяжело пережили смерть дочери, но не оставили мечты завести общих детей. Сейчас они счастливы и полны надежд на лучшее. В ноябре 2018 года Исаакова впервые рассказала в интервью Вадиму Вернику, что у них с мужем появилась девочка. Событие произошло предположительно в 2016 году, однако родители решили сохранить это в тайне. Сегодня актриса уже не скрывает дочь Варвару от глаз публики, ее снимки регулярно появляются в социальных сетях Исааковой.